Мідіскоп. Доброго суботнього ранку. Ми його розпочинаємо із розмов про баскетбол, оскільки дуже серйозні процеси відбулися на цьому тижні у Національній баскетбольній асоціації. І нам є про що поговорити із Тіном Кочараном, із блогером і нашим, можна сказати, резидентом. Так, про цілу кіпу трансферів, які трапляються не кожен день. Да, пожалуй, в этом году в NBA было много всего интересного перед дедлайном. Як на того, на цьому тижні. Іноді трапляється навіть більше за один тиждень, ніж за цілий рік. Да, но на самом деле дедлайн начался уже довольно давно, и первые обмены были в NBA уже там несколько недель назад. Но, конечно, основная масса всего самого интересного происходила в последние дни. И происходила она в первую очередь именно от тех команд, от кого мы и ожидали какую-то активность, от тех команд, которые балансируют на грани зоны плей-офф, которым необходимо усиление прямо здесь и сейчас, и мы, в принципе, не прогадали. Искал разыгрывающего Майами, потому что, конечно, сочетание из Чалмерса, Коула и Напьера не вызывает ни у кого никаких положительных эмоций, ассоциаций, и эти ребята играют очень плохо, будем откровенны. Майами получил Горана Драгича, именно того защитника, того разыгрывающего, который усилит Хит именно в этом сезоне, который может помочь им подняться чуть выше и иметь хотя бы какие-то шансы в плей-офф. В принципе, все закономерно. Другой вопрос, стоит ли Драгич тех денег, которых он хочет. Поговаривают, что он претендует на 5-летний контракт на 100 миллионов следующего сезона. И даже говорят, что Петрали готов ему его выписать. Ну, будем смотреть. Но конкретно здесь и сейчас для Майами это усиление. Второй командой, которая из сильных, топовых, прошлогодних команд, это Оклахома. Uh-huh. Оклахома понимала, что ей необходимо усиление третьего номера, необходимо усиление пятого номера. Они его получили, причем получили, наверное, довольно дешево. Все-таки у Реджи Джексона заканчивался контракт. И очень маловероятно, что он подписался на тех условиях, которые могла ему предложить Оклахома. Поэтому фактически за истекающий контракт Джексона и за то, что осталось от Кендрика Перкинса, Оклахома получила двух сильных баскетболистов. Это Агастина и это Кантера. Плюс далеко не лишним будет на скамейке Кайл Синглер из Детройта, который может подменять Дюранта, да и в случае там, получения каких-то травм выйти вместо него и сыграть довольно приличный матч. Поэтому эти, наверное, две команды, основные ньюсмейкеры, которые жаждали усилиться, и они это сделали. Ну, знаєш, в контексті Драгіча, як би хотілося б спитати все-таки, що буде тепер із Фініксом, оскільки Драгіч був ну, далеко не останньою людиною, так якщо м'яко сказати, в Санс. Ну, за Санс будет интересно наблюдать. Они потеряли двух основных разыгрывающих, отдали также своего проспекта с драфта, тоже разыгрывающего Эниса. Но приобрели Брэндона Найта с Милоки, что довольно неожиданно, в принципе. Имя этого баскетболиста, по крайней мере, мне не особо встречалось в слухах про обмен. И его получение Фениксом было довольно неожиданным. Но будет интересно наблюдать за Санс в разрезе ее новой защитной линии Bledsoe Knight. Knight проводит, может быть, полтора сезона довольно добротно. И в отличие от Горана, он является ограниченным свободным агентом. И у Феникса будет возможность его переподписать. Так как Горан сказал, что Санс он не останется ни при каких условиях. Поэтому, наверное, для Феникса было ключевое сохранить трех ребят. Это Bledsoe. Это Моррис, который Маркиф, и это Лень. Эти ребята остались в команде, и сохранился костяк. Я думаю, у Санс вполне нормальные перспективы. И может быть, если даже на первый взгляд этот обмен видится каким-то негативным для Санс, то в позиции усиления, в позиции платежки, которая осталась гибкой, у Санс будет летом возможность подписать крепкого четвертого номера. Але, чи значит это то, что Санс в этом сезоне відмовилася фактично от борьбы за плей-офф, віддавши найкраще, что у них есть? Ну, мне кажется, что, во-первых, менеджмент понимает, что тягаться с Оклахомой, тем более с той Оклахомой, которая усилилась действительно, может быть, они не получили Брука Лопеса, но получили Кантера, и Оклахома стала сильнее. Но, мне кажется, все-таки приобретение Найта говорит нам о том, что Санс поборется. Но, тем не менее, менеджмент, наверное, понимает, что будет это сделать очень сложно,
хоть и Санс играют два раза с Оклахомой дома, но все равно, конечно, вот Оклахома уже вышла в плей-офф, мы видим. И, наверное, где-то Макдона понимает, что лучше сделать так, как он сделал сейчас, чем летом остаться вообще ни с чем, собственно говоря. Тобто, фактично, оця примара минулого сезону, коли вони боролись-боролись і біля берега не допливли, да, якби вона, можливо, десь дала їм якийсь сигнал для того, щоб вирішити вже питання деякі на міжсезоні, на наступний сезон, а цього року як вийде, так і вийде. Ну, мабуть, так. Да. І, скоріше всього, все закінчиться іменно так же, як в прошлом году. Где-то последние там, за, може, там, за 2-3 матчі до кінця буде ясно, що Фінікс вже не проходить. И уже там они будут строить какие-то там дальнейшие планы на следующий сезон. И я думаю, что переподписание Брэндона Найта им в этом поможет. Добре, давай тоді подивимося тепер на Оклахому, про яку ти так багато говорив. Так, власне, що із цим складом Оклахома може створити в цьому сезоні ще? Повторюсь, все-таки, наверное, они хотели усиления точного прямо сейчас больше. Сильнее. Это был бы Брук Лопес. Но с ним не вышло. Видимо, Бруклин очень много просил. Поэтому ограничились они Агастином и Кантером. Вот вопрос, как... Ну, Кантер. Начнем с того, что Кантер действительно он перспективный центровой. И там через год, через два... Но уже роки в пять, как перспективный. Да, но он показывает какие-то цифры. Да, говорят, что в Юте там, его чем-то затмил уже Руди Гобер, который вместо него выходит со скамейки. Но все-таки, если сравнивать с Кендриком Перкинсом, конечно, то Энес Кантер — это чуть ли не Шакил О'Нил, можно так себе представить аналогию, если именно вот сравнивать конкретно данный обмен. Он, конечно, должен дать какую-то глубину, тандер, и он должен помочь им сохранить максимум сил для своих лидеров на плей-офф. Потому что пока, конечно, Вестбрук тянет, именно Вестбрук является первой скрипкой прямо сейчас. Дюрант в тени, и надо сохранить Расселу силы для того, щоб боротися з монстрами Западної конференції плей-офф. Ну, до речі, якщо вже зачепили тему Юти, то ну, Юта, так вона, що виграла Юта від цього всього, від цієї метушні трансферне? Ну, теоретично, у них там десь там з'явилися права на Тібора Пляйса. Ну, не думаю, що вони заради цього вступали в цю всю весь обмін. Ну, отримали кілька піків, которые там плюс-минус где-то повыше какой-то будет, там, 16-го года, по-моему, или 17-го, где-то там второго раунда. Но тут, наверное, больше было желание самого НСа уйти. То есть, в принципе, я не видел там заявления менеджмента Джаз о том, что они вот именно хотят прям вот обязательно его обменять. Но он выразил такое желание, и Юта, наверное, нашел тот вариант, который устроил все стороны. Они будут давать минуты Руди Гоберу, и будут опять же рассчитывать на свою перспективную молодежь. Но, честно говоря, для меня пока не видно какой-то вот такой четкой концепции движения вперед Юта Джаз. Ну, тобто, фактично, вона, ну, так, за великим рахунком лишається десь там командою, яка мало на що може претендувати. Ну, пока, да, я думаю, в ближайшие несколько лет вот с такой стратегией, как у них, мы вряд ли увидим Юту где-то поблизости зоны плей-офф. Це все добре, це все прекрасно, якби Драгіч в Майамі, ну, достатньо гучні слова, але, ну, знаєш, для мене, якби, ну, все ж таки головною новиною сезону стає повернення Гарнета в Тімберволвз. Так, да, доволі неожиданно. Поначалу взагалі не ходило навіть таких слухів. Гарнет читала в інтерв'ю десь кілька тижнів назад. Он вообще ни слова об этом не говорил, и более того, он сказал, что не планирует никуда уходить, планирует закончить этот сезон в Бруклине, никаких выкупов контрактов, всего остального не планируется. И а тут, ну, все-таки, наверное, Миннесота, она была одной из немногих, может, единственной командой, ради которой Гарнет все-таки решил снять вето на свой обмен и вернуться туда, где он, собственно говоря, начинал свою карьеру, где он стал суперзвездой, как мы его знаем. И в связи с этим интересно даже, что Миннесота планирует переподписать Гарнета еще на 2 сезона. Захочет ли он, ну, как бы побегать, наверное, 1 сезончик, он еще вполне по силам, но зачем 2? Ну, если, может быть, как дядька-наставник там со скамейки, там учить Уиггинса, других ребят там каким-то премудростям, то, пожалуй, для Миннесоты можно оценить этот обмен как положительный. Тем более на Тадеуша Янга в долгосрочной перспективе они не рассчитывали.
Ну, власне, знаєш, для самого Гарнета, що може значити оце повернення, якби так, ну, для багатьох він і досі асоціюється з Тімбервулвз, якби так, і з тією командою, яка, ну, була достатньо цікавою, і багато хто його шанував за те, що він от був в цій команді, тягнув її на плечах на своїх, вона нічого ніколи не вигравала, ні на що особливо не претендувала, десь там колись до якихось там півфіналів доповзала і все. І тепер, ну, якби, до чого веду, що це не зовсім якби та сама ситуація, так, як повернення Леброна в Клівленд. Це трошки інше, це, ну, щось більше. Це взагалі другий момент. Мені кажется, для самого Гарнета возвращение значить більше не в ігровому плані, а, скорее всего, где-то уже будут первые шаги его в структуре клуба, наверное. Может, десь какие-то... в сторону пенсии перший крок. В сторону пенсии, в сторону каких-то руководящих позиций, может быть, там на начальном уровне в команде. И когда он будет находиться на скамейке, ему будет легче понимать, что же происходит в клубе, что, чем дышат баскетболисты. И именно этот обмен для Гарнета, в первую очередь, наверное, больше как вот такой вот организационный. Что ему сказали, что, Кевин, возвращайся домой, что у тебя есть там такие-то возможности, ну, условно говоря, и что, может быть, через несколько лет он станет там или там генеральным менеджером каким-то там, например, Миннесота, или будет занимать какую-то руководящую должность. Вполне вероятно. Мне кажется, что в этот обмен был направлен в первую очередь вот в этом направлении. Как для Миннесоты, так и для самого Гарнета. Тобто, ну, таку, на більш тривалу перспективу, десь ти вже там, як складеться життя після, скажімо так, баскетбольного. Да, ну, а смотреть на Миннесоту сейчас и рассуждать о ее спортивных каких-то успехах мы не можем. Мы видим, что Миннесота сливает, ну, не сливает сезон, но играет плохо. Даже с возвращением своих лидеров, Рубио, Пековича. Да, пошли победы, но все равно это не та игра. І тобі ще належить одна фраза про елітного плеймейкера, так? Елітного, так. Да. Ну, как бы у мене тут є перспектива, але понятне діло, що Гарнет нічого не може дати команді такого, щоб вона прям вот, заіграла як там лучшие годы з Гарнетом і там на щось претендувала. Понятне діло, він буде виходити на какие-то там, свої 15 минут, може бути там на несколько минут в клатчах. Матчей. Ну, а так, конечно, вполне вероятно, повторюсь, что мы, скорее всего, увидим Гарнета в структуре клуба через 2-3 сезона. Не можна зачепити ще одну тему, якби вже не цього тижня, так, а все ж таки більше минулого. Це матч усіх зірок. Ну, подія, на яку за її статусом необхідно звернути увагу. І хотів спитати твої думки про цьогорічний матч. Ну, на самом деле тренди матчів всіх зірок, вони зберігаються. Количество болельщиков, которые смотрят все это шоу, становится с каждым годом все меньше. Этому есть ряд объективных причин. Но главное, наверное, что нет какого-то спортивного принципа, какой-то вот злости спортивной, что ли. Да, и даже мы видим, вот в этом году был самый результативный матч всех звезд за всю историю. Но даже этот факт не вызвал какого-то повышенного ажиотажа в прессе, еще там где-то. Но что мы видим? Проход под кольцо. Или скидка на трехочковые. Под кольцо скидка на трехочковые, нет каких-то средних бросков, нет каких-то там комбинаций. Все, даже вот Рассел Вестбрук взял MVP, опять же, в основном за счет того, что он хорошо бросал из-за трехочковой дистанции. Ну, этот матч был, наверное, важен в первую очередь тем баскетболистам, которые первый раз в нем участвовали. Это Батлер, Томпсон, Казинса вот вызвали в последний момент. Наверное, был еще интересен братьям Газолям, которые встретились между собой. Это впервые. Это в первом житии, так? Да, нет, ну как бы в рамках матча «Все звезды» вообще в первый раз за всю историю. Два брата встретились в двух разных командах друг против друга. Так-то они играют между собой, конечно, ну, но для них это явно событие, это очевидно. И видим, что, наверное, было еще важно, непонятно, правда, зачем для Кармела Энтони, который мог еще несколько недель назад объявить, что ложится на операцию на колени, и досрочно завершает сезон. Но каким-то чудным образом он дотянул именно до матча всех звезд, выступил на нем и после этого перед дедлайном вот объявил о том, что сезон для него закончен. Ну, видно, якась бабка шепотуха над коліном там поколдувала, щоб він цей... Да, ну то есть зачем сделал это Мело, непонятно. Ну то есть, может быть, для того, чтобы там еще раз осветиться в стартовой пятерке, хотя он каждый год выходит в ней. Ну, лично для меня эти мотивы непонятны. Ну, а, наверное, для всех остальных матч был таким каким-то рутинным. Для тех же все звезд, которые уже там 10-й раз и больше участвовали, такие как Данкан, такие как Леброн, Новицкий и остальные ребята. Поэтому, честно говоря, сам матч особо я не смотрел, но те обзоры, которые я видел, позволяют мне как бы судить о том, что ничего интересного как бы я не пропустил. Экстраординарного. Да, порадовался за Вестбрука, порадовался за ребят-новичков.
Но так... За коліно Кармело? Да, а так, конечно, самым главным событием лично для меня в этот уикенд, это был конкурс трехочковых, где были вся элита баскетбола, вся элита дальнобойщиков американских. И мне было очень интересно, и было, конечно же, непонятно, у кого именно полетит, кто выиграет. Но Карри, конечно, он был безукоризненный. Из 25 попыток в финальном раунде он реализовал 20. Это достойный уважения результат, да, и он выиграл конкурс заслуженно. Ну, конечно, можно еще выделить победу Патрика Беверли в конкурсе мастерства. Дорогий серцям дніпропетровських болівальників Патрік Беверлі. Да, дніпропетровських, санкт-петербургских болельщиков, ну, питерских. Ну, вони нас менше цікавлять. Согласен, да. И Патрик Беверли, наверное, пример того баскетболиста, который своим умением, своим трудом может доказать и выходить в стартовой пятерке одного из самых сильных клубов NBA. Это достойное уважение, я считаю. А так, в принципе, ну, прошел матч всех звезд, прошел уикенд, да и, да и хорошо. Наверное, самый большой плюс, что баскетболисты, которые не участвовали, имели там 5-6 дней отдыха. Наверное, это самый большой позитив. Да, самый большой позитив, который можно вывести из этого матча. Ну що ж, приємно було з тобою поспілкуватися. Подій дійсно відбулося за минулий тиждень надзвичайно багато. Не кожен тиждень, навіть не кожен рік стільки приносить подій, якби, як протягом цих останніх 7 днів. Нагадаю, що з нами був Етьєн Качеран, блогер, який оглядає Національну баскетбольну асоціацію. І, власне, хочу проанонсувати, що зовсім скоро в нашій студії з'явиться іще одна знакова фігура, і ще один наш резидент, це Олег Орєхов. Він буде розповідати нам про всі цікаві суддівські моменти, які відбулися у Лізі Європи безпосередньо в прямому ефірі. Так що готуйте питання. Вітіскоп спортивне відео.